Кинотеатр Гавайи вновь радует киноновинками. В ассортименте триллер, фантастика, боевик и ужасы. Обо всем более подробно в нашей постоянной рубрике. «Возвращение легенды» от режиссера Стивена Спилберга. Фильм «Парк юрского периода» в 3D. Эксцентричный миллионер Джон Хаммот создал на собственном острове у берегов Коста-Рики экзотический заповедник. С помощью генной инженерии ему удалось возродить динозавров. Парк готовится к открытию. Первым на остров прибывают ученые и внуки Хаммота. Но внезапная катастрофа нарушает его планы, и реликтовые твари вырываются на свободу. Фильм – обладатель 3 премий «Оскар», собравший в мировом прокате почти 1 миллиард долларов. Фильм для лиц старше 6 лет. «Миллион для чайников» – история о любви и жадности, которая могла произойти с кем угодно. Каждый из нас мечтал о том, чтобы не работать, а деньги при этом только множились. Прекрасная мечта, но за все приходится платить. И уж расплата не будет такой приятной, как покупка, совершенная за незаработанные деньги. Именно в такой ситуации оказались главные герои картины «Миллион для чайников». Деньги приходят к ним из чайника, который отдает их за боль, испытываемую рядом с ними. Герои никак не могут насытиться, а чайник вскоре начинает вредничать и требует все более изощренных пыток. Картину с необычным сюжетом смогут увидеть зрители старше 16 лет. Фильм «Одним меньше» от режиссера фильма «Девушка с татуировкой дракона». В Нью-Йорке орудует преступная группировка, которая наводит страх на жителей. В центре картины история человека по имени Виктор. Он – правая рука лидера преступной группировки. Виктор неспроста оказался в криминальном синдикате. Мафия уничтожила его семью, поэтому он хочет отомстить. Об этом узнает загадочная Беатрис, соблазняет его и шантажирует. Однако у героев только одна цель в жизни – месть, и она приведет их к кровавой развязке. Захватывающий остросюжетный фильм для зрителей старше 16 лет.